Здравствуйте, мои дорогие телезрители, с вами снова Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. И сегодня продолжение Michael Kors, постараюсь вам показать все то, что я не показала, так как сейчас скидочки. Немножко ознакомлю моих телезрителей. Я занимаюсь продажами, все, что я показываю, я могу отослать в вашу страну. Всю информацию вы можете найти в описании под видео, а также я закрепляю мой комментарий под видео, и вы найдете там мой номер WhatsApp. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по поводу покупки. Посмотрите, вот такая вот модель. Она очень вместительная, это натуральная кожа. В голубом цвете и в белом. Эта сумка достаточно объемная. Посмотрите, я показываю вам в зеркало. Смотрите, она стоила 295 и 50% скидка 147 евро. Это натуральная кожа, я вам еще раз повторяю. Цена очень хорошая, она мягкая, не тяжелая. Боковой кармашек. Ремешок-удлинитель тоже есть. Смотрите, какой ремешок-удлинитель, он состоит из материала и из кожи, очень прочный. Цена, соответственно, одинаковая, что белая, что голубая. Следующая модель идет вот такая. Тоже, соответственно, есть скидка на эту сумку. Замочек вот так нужно открыть. Ремешок-удлинитель из кожи и из цепочки. 275 евро минус 40%. 165 евро стоит сейчас эта красотка. И такая же цена на вот эту же голубую сумочку. Обратите внимание, точно такая же модель. €177 евро стоит эта сумочка. И это тоже стоит 177 евро. Это комбинированный цвет. Ремешок удлинитель. Можно укорачивать, удлинять. А также есть такая же модель в красном цвете. Следующая модель, вот такая вот подушечка, она тоже сейчас на скидках, есть также есть вот такого цвета яркого, просто в данный момент здесь нет, а на складе у них есть. Это модная сумочка, новиночка, еще есть белого цвета. Она стоила 425 евро, минус 40% скидка, 255 евро стоит сейчас эта модель. Красная, белая и зеленого цвета. Это немного другая модель, но она очень похожа. 395, это цена оригинала. И со скидкой 276 евро. Это изначально, которое я вам показывала, красная, белая и зелененькая, есть синяя, голубая. Значит, 425 она стоила и 297, соответственно, она со скидкой. Сейчас я вам хочу показать кошелечек.
Он стоил 155, а сейчас он стоит 93 евро. Еще один кошелечек. Имейте в виду, что есть и другие цвета. Так, со скидкой будет стоить 75 евро этот кошелек. Посмотрите, как стоит сумочка с кошельком. Конечно, можно купить отдельно или вместе как комплект. Сейчас я скажу вам, сколько стоит этот кошелечек. Они есть разных расцветок. Я как-то показывала в старых видеосъемках, где еще не было скидок, там было много кошельков. Вы можете их посмотреть, если что, можете обратиться. Видите, 185 стоил, 129,50 стоит этот кошелечек. Сейчас я скажу, сколько стоит эта сумочка, потому что на нее тоже, конечно же, скидочка. $425 она стоила, 40% скидка, 255 евро стоит она сейчас. Очень хорошая цена для этой сумки. Соответственно, я вам покажу точно такую же модель, только другой расцветки. Цена точно такая же, как я вам показала до этого синюю. И кошелек, соответственно, тоже такая же цена. Хочу вам показать этот рюкзак, он очень вместительный, это размер не маленький. Хочу вам сказать, что этот принт, может быть, кто-то не знает, что это не кожа, но многие бренды используют этот материал. Он очень качественный, модный, красивый. Посмотрите, какой он вместительный. Карман. Еще есть боковой карман. И сейчас я скажу вам цену. На этот рюкзак есть 50% скидка, 350 евро, 50%. В 175 евро. Это очень хорошая цена. Смотрите, я вам показывала эти сумочки поясные. Ну, их можно носить и как поясные, и на плече. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. 192 евро стоит эта барсеточка. Она многофункциональная, как вам я и сказала. Посмотрите, еще есть вот такого цвета, тоже на скидках. Цена одинакова, 192 евро, 50 чентезим. Посмотрите, как их носят. А также есть вот такой вот ремешок из цепочки и из кожи комбинированный, который можно использовать на плече. А также можно носить и на поясе, как я вам и сказала. Эти расцветки не на скидках. На скидках только вот эти три цвета. Цена одинаковая, 192 евро. Обратите внимание
можно взять и комплектом барсетка, кошелечек и вот эти кроссовки. Эти кроссовки стоят 150 евро минус 30%, 105 евро. Я показывала в предыдущих роликах эти кроссовки. Этот кошелек стоит 66,50, это уже со скидкой, а стоило 95 евро. Это модели похожи на то, что я вам показала коричневого, просто там принт другой. 59 евро стоят сейчас эти кошелечки. Здесь есть только вот эта эмблема сверху, а так модель внутри и снаружи они одинаковые. Следующие идут вот такие вот карамельки кошелечки, подушечки и вот такие плетеные. Сначала я вам скажу цену вот этих кошельков. €95 они стоили и 66,50 стоит сейчас. Хорошие цены. Это натуральная кожа Michael Kors. Цена точно такая же, как и плетеные, 66,50. Смотрите, мы хотим вам показать, что этот кошелек можно купить и комплектом вот эту сумочку, потому что подушечки и кошелек маленький подойдет туда. Я вам показывала как-то эти все кошельки. Может быть, показывала видеоролик, когда еще не было скидок. Но сейчас скидки. €125 стоил этот кошелек, и минус 30% скидка, 87,50 стоит этот кошелек. Посмотрите, какой он вместительный. Посмотрите, сколько карманов. €87,50, это очень хорошая цена. Это точно такая же модель, только принт другой. Соответственно, цены меняются. €135 стоил, 94,50. А внутри все одинаково. Видите, какой он вместительный. Здесь тоже открывается для телефона отдел. Клатч-кошелек. Это очень удобная вещь. Следующий идет вот такая вот сумочка. Клиенты сидят, что-то покупают. На эту сумку тоже есть скидка. Она стоила 195 евро. И минус 40% скидка, 117 евро. Следующие идут вот такие сумочки. Клатчи. Натуральная кожа. Цена 165 евро и со скидкой 115 евро. Точно такая же модель, только принт другой. Есть в белом и в шоколадном. 165-132 евро. Скидка чуть-чуть меньше. Посмотрите, как смотрится. Я вам как-то показывала вот эти сумочки, когда еще не было скидок. И кто-то у меня спросил, есть ли там ремешок-удлинитель. Да, есть, конечно, есть. Посмотрите, он из цепочки и из кожи. И сейчас скидочка 225 евро и сейчас 157 евро 50 центезим. Стоит эта сумочка. Оранжевый, фуксия и черный цвет. Сейчас я вам покажу размер, чтобы вы понимали. Она небольшая, не маленькая, средний размер. Ну, миниатюрная, симпатичная. Натуральная кожа. Хочу показать вам вот такой рюкзак. Это среднего размера, есть синий цвет и вот такой в белом с оранжевой полоской. Посмотрите, карман здесь,
еще один и внизу. Еще раз напоминаю, может быть, кто-то не знает, что Michael Kors вот с таким принтом выпускает не кожаные продукции, а без принта вот такие вот гладкие, вот это кожа. Но очень прочно, качественно, хорошего качества, но это же Michael Kors, модно, красиво. Не забывайте, что это люкс. Мои дорогие телезрители, на этом я с вами прощаюсь и еще раз напоминаю, что я показываю на моем канале бутики, показываю стрит-стайлы, показываю мою немножко жизнь, делюсь с вами, а также все, что я показываю, можете заказать у меня. Всю информацию вы можете найти в описании под видео. Ну все, до скорой встречи, с вами была Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Пока-пока!